А как вы относитесь к тому, что Светлана Гладун уволилась? Светлана Гладун уволилась. Ну, насколько я знаю, она же по собственному желанию написала заявление. Да. Ну, если человек не захотел работать, ушел, ну так кто же его держать будет? Это его право. Ну, вы видели ли необходимость смены главы администрации? Ну, насколько я знаю, Светлана Гладун еще на той неделе написала заявление или по собственному желанию, или за сгодную старину, тут я не вникал. Но если человек сам пришел и написал заявление, значит, человек не хочет работать, правильно я понимаю? Ну, я имею в виду, по вашему мнению, нужно ли было менять главу администрации? То есть были несколько выговоров ей объявлены. Справедливо ли это было, либо это все-таки политическое давление? Как вас зовут, я извиняюсь? Юлия. Юля, да. Я же еще раз говорю. Если Светлана Гладун написала самостоятельно заявление, значит, она не хочет работать. Ну, причем здесь была ли смена, там правильно или не смена, если она сама отказалась работать. Ну, правильно же? Да. Да, я поняла. Если она написала заявление и решила уйти, ну так какие вопросы? Не хочет человек работать, насколько я уже сегодня почитал, что она, оказывается, не хочет работать с таким низким головой. Ну, это же заявление. Или вы не читали? Я поняла, да, я знаю, что это мнение. Мы с ней говорили на эту тему. Поэтому, что я могу сказать по этому вопросу? Ну, если она сама написала, значит, посчитала нужным так.